проснись, жена, солнце уже встало. Дети, откройте глазки-пуговки, вымойте свои пушистые ушки. А ты, жена, поторапливайся. Все приготовь для бельчонка Микки. Ты не забыла, какой сегодня день, а? Как же, помню. Сегодня Микки в первый раз идет в школу. Знаю, сейчас я разбужу всех бельчат. Ой! Не бойся, бельчонок, ни щетки, ни губки, ни мыла. И воды не бойся, малыш, она не кусается. Дети, завтракать. Поторопитесь. Послушайте папу. Запомните, несмышленыши, такой день бывает только раз в жизни, и когда наступает этот день, то каждый из вас должен думать уже не только об игре. А о чем еще надо думать? А где Микки? 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 Вот его книжки. Он может опоздать в школу. Где он? Куда он мог подеваться? Мы не знаем. Это что такое? Ах ты, лентяй! А ну, вставай! Солнце давно взошло! Ты забыл, что должен идти в школу, а? Не выспался, бедняжка, иди ко мне. Опять ты балуешь, бельчонка. Это до хорошего не доведет. Давай-ка, сынок, искупаемся. Искупаемся. Да. Где наша мылая щетка? Вот они. Вот так. Хорошо. Ой, сколько пены. Вот так. Ну, а теперь вытирайся. Какой ты у меня красавец. Кто вы? А, это вы! Доброе утро! У вас, я вижу, какое-то торжество, крестины, свадьба, день рождения или что-то еще более важное. Говорите, я слушаю, говорите скорее. Не верю, что вы об этом не знаете, уважаемая Сойка. Мой бельчонок Микки сегодня идет в школу. Он вступает на тернистый путь жизни. Ведь так? Сегодня он вступает на тернистый путь жизни. Подожди, отец, я поправлю им прическу. Внимание! Снимаю! Сейчас вылетит птичка. А у вашего Микки хвост черный? Да? Не может быть. Ой! Ну и что? Таким уж он уродился. И правда черный хвост. А это не пустяк. Такого еще не бывало. Вот поднимется переполох, когда лесной народ увидит. Кошмар, кошмар. А в школе, конечно, его начнут дразнить черный хвост. А что, если хвост перекрасить? Ну что вы, вдруг пойдет дождь? Нет, нет, нет. Тут ничего не поделаешь, хвост надо отрезать. Ой! Отрезать? Вот они, ножницы. Нет, нет. Отрезать хвост? Нет, нет, я не дам. Какой я несчастный. Микки. Да, да, хвост отрезать, хвост отрезать, хвост отрезать, хвост отрезать. Микки! 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 Микки!
Бедный какой, не отзывается. Что же делать, отец? Орехи. В лесу их миллион. А почему так много? Чтобы белочки быстрее росли. О, как это нехорошо. Нам надо что-то придумать. Ведь ребенка будут дразнить в школе. Хотя бы кто-нибудь дал нам совет. Придумал, придумал. У старой ели живет лесной ученый Белка Рокуш. Обратимся к нему за советом. Пиши, пиши. Поищу слова. Нашел? Угу. А теперь вложим это письмо в ракетный телеграф. Подальше оттянем тетиву и отправим. Дорогие пушистые бельчата, вы уже подросли, и вам пора браться за учебу. До сих пор ваши родители кормили вас орешками, а теперь настала пора вам самим добывать себе пропитание. Вот перед вами материал, но вы не должны его грызть, поняли, дети? Поняли! Ах, как жалко! Помните это хорошенько, потому что того, кто съест учебный материал, ждет наказание. Вот и поймал что-то. Наконец я что-то поймал. Письмо. Настоящее письмо. Но от кого оно? Ну-ка посмотрим. Уважаемый Белкару, срочно ждем вас по адресу улица Дуба, 21. Жизненно важное черное дело. Не терпит отлагать. Гонорар обеспечен. Черное дело? Это уже серьезно. Это очень интересно. Если зовут, надо идти. Добрый день. Я здесь. Чем могу служить? Уж не случилась ли какая беда? Ох, большая беда. Если большая, то это обойдется во много орешков. Ну, так в чем дело? Дело в том, что у нашего бельчонка Микки хвост черный. Ой. Откуда это? У нас в роду ни у кого черных хвостов не было. Ой. Черный? А где вещественные доказательства? Где же ему быть? У бельчонка Микки, а он в школе. Но у меня есть его фотография. О, вот, пожалуйста. Ну-ка. Что такое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На этом снимке не видно хвоста бельчонка Микки. К тому же есть еще одна загвоздка. Какая? Ну, чтобы предсказание судьбы имело силу, надо на каждое волшебное слово положить по грецкому ореху и по орешку. Сколько же это будет? Сколько? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну, давайте округлим. Скажем, 100 орехов. Ого, согласен. Ну, тогда начнем. Итак, за отсутствием вещественных улик прошу данные, бельчонка. Да, да, включаю счетную машину. Имя? Бельчонок Микки. Имя матери? Белка Миню. Где проживаете? Улица Дуба, 21.
Рост бельчонка? 12,5. Он болел ли корью, сенной лихорадкой? Только ореховое отравление было у малыша, а случилось это так. Понятно, когда... достаточно, все ясно, ясно, ясно. Острое отравление, спасибо. Да, вот, вот здесь все написано, предсказано. У кого есть глаза, пусть читает. Да, вот, да. Прошу. Да-да, вижу много дырок, а сквозь дырки я... Ладно, тогда лучше прочитаю я. Чернохвостые белки все ловкие, все крепкие, все умные, все смекалистые, из них выходят вожди беличьего народа, если не окажется кто-то умнее их. Да, диктум, фактум, пунктум. Видишь, папочка, мы самые везучие в лесу. Минечка, в какой дырке он это вычитал? Запомните, бельчата, слишком много есть нехорошо. Хар, хир, хор, хар, брум, пиво. Есть и спать. Ой, хорошо. Чревоугодник, ты съел учебный материал. В наказание останешься после уроков. Будешь сидеть здесь один. А класс пойдет со мной на экскурсию. Что ты плачешь здесь в одиночестве? Скучные уроки. Ну, расскажи тете Сойке. Меня наказали. Я съел учебный материал, и учитель сказал, что зимой мне придется голодать. Да? Выпадет снег, наступят морозы. Тогда поздно будет каяться, жалеть, если только ты не птица. Нет, я белка. То-то и оно. А многие птицы улетают от зимы туда, где деревья круглый год дают плоды. А белки там тоже живут? Ха-ха, еще сколько! Эй, тогда я не буду учиться. Хватит бестолку торчать в школе. Я найду тот край, где вечно плодоносят деревья. Ну куда же идти? Сюда? Сюда. Туда? Туда. Куда? Нет, не туда. Сюда. Туда. Туда? Сюда. Сбежал бельчонок Микки! Сбежал бельчонок Микки! Бельчонок Микки сбежал! Ой, только бы он вернулся! Я бы сама колола ему орехи. Дерево. На нем можно удобно устроиться. Как раз вовремя, у меня уже глаза слипаются. Главное, пока все шло как надо. А если что будет не так, переживем. Вечно плодоносящее дерево. Я не успокоюсь, пока не найду его. Маму, папу и братьев заберу с собой в чудесный край. И всем докажу, кто такой бельчонок Микки. Свекла, репа, редька – это лучшая еда. Охотно ими угощаю. Приходите, покупайте. Что это? Уже утро. Дорогие друзья, ешьте только овощи, фрукты и зелень. Иди, Микки, иди. Тихо, тихо, тихонечко. Оп, не увидел. Вот это орех. Кажется, не твердый. Ну, что это? Ужасная кислятина. Обман.
Это не орех. О, что с моей головой? Это вы бросили? Я не бросал. Я сижу в ларьке. Сторож, на помощь! Мне испортили прическу. Спокойно, сударыня. Что здесь происходит? Помогите мне, сторож. Мне на голову что-то бросили, наверное, хулиганы. Вот он, преступник на дереве. Схватите его немедленно. Я залезу на дерево. Вы мне разрешите? Ходить по газонам и влезать на деревья запрещено. Эй, птицелов! Лов! Чем могу служить вам? Взгляните на дерево! Сядьте-ка, пусть посыпется, не иначе хулиган-то! Почему ты мечтаешь о вечно плодоносящем дереве? Ты что, не соображаешь? Ведь еду дает птицелов, а не дерево. Ох, вам этого не понять. Папа, остановись! Что это на меня уставился? Доброе утро. Честь имею. Скажите, пожалуйста, за сколько вы продадите вон того, черного с бородой? В клетке сидит бельчонок, и это у него не борода, а хвост. Черный хвост. Да неужели? А сколько стоит этот бельчонок? Значит, один, потом будет два, больше двух это три и... Это ровно 3,5 денежки. Желаете купить, сударь? Да, покупаю. Благодарю вас. Получите. Как здесь темно-то. Я хочу вернуться. Я знаю, что это не ночь, это обман. Нечего меня дурачить. Ой. Ну и ладно. Раз темно, я буду спать. Ну попрыгай немножко, обезьянка! Сам прыгай! Я не обезьянка! Выпусти меня из клетки! Боже, что с тобой случилось, мальчик мой? Он укусил меня за палец! Ай-яй-яй-яй-яй, дорогой ты мой, золотой! Мне плохо. Алло, дежурный? Скорая? Больница? Что-что? Пусть все приедут. Да-да, немедленно. Медсестра, врач, главврач, ассистент, санитар. Да-да, дикий зверь. Я купил его ручным, но он взбесился. Да, моя жена? Нет, не она жертва. Это ревет мой сын. Цирк. Настоящий цирк. Успокойся, не кричи, сейчас приедут. Обещали, что приедут на машине с сиреной. Машину с сиреной! Мало тебе этого зверя! На тебе! Что это еще за недотрога? Если бы я знал, что ты такой хлюпик, я бы тебе весь палец откусил. Что ты там бормочешь? Любишь поговорить? Тогда я найду тебе более подходящее место. Тренируй свое красноречие. Прочь, ой, неблагодарный чертенок! То швыряют Микки туда, то швыряют Микки сюда. Я уже начинаю бояться. Как бы то ни было, мне надо отсюда выбраться. Так. А. Опа. Молодец, Микки. Теперь бы только узнать, где я нахожусь. Так. А. О, зеркало. Кажется, я похудел.
Ой! Что это? О, ха, маски. На. Кажется, я немного простыла. Кот, этого только не хватало. Я уже была обезьянкой, чертенком, теперь меня примут за мышку. Мяу. Ой, он хочет меня съесть. Куда же мне спрятаться? Ай! Ой! Спрячусь в рубашку. Ой! Кажется, все обошлось. А что делать дальше? Что такое? Я сбил кого-то? О, это рубашка! Не бросать же ее на дороге, еще споткнется кто-нибудь. О, что-то съедобное. Не годится. А здесь? Яблоки! Вот это урожай! Очень даже вкусно. Ой, да чего же было вкусно. Он так тормозит, что я чуть не откусил себе язык. Правда, здесь уже и кусать-то нечего. Интересно, куда это он меня привез? О, а здесь уже, кажется, конец земли. Какие большие плавучие дома. Какие смешные, полосатенькие. Кто это там с черной бородой? Ой. Остался последний ящик, но он большой. Ага. Да он же пустой. Ах, он пустой. Тогда давай его назад. Это головы у вас пустые. Вот и стукайтесь ими, хорошо звенеть будут. Помогите. Ой, спасите. Что это? Рыба. Какая она соленая, мокрая. Прежде чем ее сюда сыпать, могли бы вытереть. Наконец-то я на свежем воздухе. О, сколько ящиков. Наверняка там найдется что-нибудь погрызть. Опа! Ой, мне повезло. Все забыли малюсенькую дырочку. Что вы делаете? Немедленно опустите меня! Эй, подождите, я же не в тот ящик сел. Верните меня назад. Я хочу выйти. Мышка. Пам-пам-пам. Да, море есть море, сколько воды. Ты взял такую красивую шапочку? В трюме подобрал. Ой, скажите, пожалуйста, с кем я имею честь? Я Даниэл, альбатрос. А ты что за создание? Я белка. Вернее сказать, бельчонок Микки. Я путешествую. Мне очень нравятся всякие приключения. Да что ты говоришь, я тоже люблю путешествовать. Но тебе далеко до меня. Хоть ты и плывешь по воде, но все же остаешься на суше. А я, если мне вздумается, могу 3 дня летать, нигде не садясь.
Если вы много путешествуете, то не знаете ли вы случайно, где находится вечно плодоносящее дерево? Что? Ну, такие фруктовые деревья. Если бы ты о рыбе спросил. Ну уж нет, хватит меня и одной встречи с рыбой. Ну, мне пора отправляться, потому что мои старые кости чувствуют бурю. Будет лучше, если ты спустишься на среднюю палубу, а ты заболеешь морской болезнью. Видишь, там на горизонте уже видна буря. Ой, уж лучше я стану питаться одной рыбой, чем буду болеть морской болезнью. А, тогда влезай мне на спину, и мы взлетим. А то эта посудина сейчас затрещит. Ой, как я рад. А вам не будет тяжело? Нет. Я, пожалуй, выброшу эту шапочку, чтобы вам было хоть немножко легче. Ну, садись, малыш. Сажусь. Курс на вечно плодоносящее дерево! Земля! Вы посмотрите, там движется какая-то крошечная точка. Сразу 100 литров воды. Имеет 2 горба с запасами жира, прививка от чумки. Собственный вес 2,5 тонны. Состоит на службе у Отмара, знаменитого палеонтолога. Верблюд гружен шоколадами и орехами. Орехами? Стоп! Мне нужно немедленно здесь спуститься. Алло, посадка это не пустяк. Чаще всего беда случая при посадке. Ой! Сейчас я просто изобразил, что могло случиться. Я это понял. Хо-хо! Кого я вижу? Сюда! Ох! Посмотри, Томаш! Это же наш старый знакомый Даниэл! Мы так давно не виделись, что я подумал, уж не встретил ли ты какого-нибудь прибрежного орла и не попал ли к нему на обед? Я альбатрос! Встреча исключена! Мы находимся под охраной! Уж не охотишься ли ты сам за птицами, занесенными в Красную книгу? Ну что ты? Ну как ты мог подумать? Уже 3-ю неделю я ищу бегемота юноша. Может, он знает что-нибудь о своих предках? Ха! Ты уже опоздал, дружище. Юнош покинул нас. Об этом уже и газеты писали. Он получил апартаменты со всеми удобствами в Будапештском зоопарке. Бассейн, холодная и горячая вода и полный пансион. У него прекрасная раздобревшая жена. И юнош отпадает. О, Индрикотерий. Я буду разыскивать безрогого носорога. А кто это? С кем имею честь такой шутки? Я бельчонок Микки. Очень рад. Если можно спросить, какие прошлогодние орешки ты потерял здесь? Я ищу вечно плодоносящее дерево. А, тогда часть пути мы можем пройти вместе. Ну, я улетаю. Счастливого пути. Хороших бурь! Будьте осторожны при боковом ветре! Не ехидничай, малыш. Садись, малыш. А я помещусь? Поместишься. Ни велик ты ни размером, ни весом. Легко ему говорить. Не он повезет. А если меня не подводят чутью, среди поклажи есть и орешки? О, неужели учуял? Значит, проголодался. Вон, в мешке. Бери, малыш. А скорлупу не разбрасывай. Понял? Там кто-то движется. Движется? Может, это безрогий носорог, Индрикотерий? По-моему, это белка. Пусть у меня не будет черного хвоста, если это не белка. Вот она, белка, выглядывает из-за дерева. Значит, там есть вечно плодоносящие деревья. Спасибо за то, что подвезли меня, но мне надо идти. Я должен торопиться. Ты с ума сошел? В такую жару пешком? Ничего, я шустрый. Вот, возьми с собой, от солнца пригодится. Этот зонт принадлежал еще моей бабушке. Спасибо, я исчезаю. Держи по ветру, так ты быстрее достигнешь цели. Удачи тебе! Спасибо! Стоп! Ой! Что тебе говорят? Привет, белка! Привет, обезьяна! А я не обезьяна! Ха. А я не белка! Теперь я вижу! И я бельчонок Микки! Очень приятно, обезьянка Бумба! Насколько мне известно, ты живешь на деревьях? А что ж ты делаешь на дороге? У меня
такая должность, такая работа. Я должен всех вовремя предупреждать. Жестокий крокодил Крока в последнее время повадился прогуливаться по этой дороге. Он сжирает всех, кто попадается на его пути. Крокодил? А я еще никогда не видел крокодила. О, Крока похож на ветку большого дерева, а зубы у него такие, как этот жезл. Большущие. Лучше убегай отсюда. А как же ты не боишься оставаться здесь? Почему тебя он не трогает? Может, он твой друг? Ну что ты, какой друг? Просто я уже хорошо знаю, как он сопит и хлюпает, когда вылезает из воды. Значит, скоро будет тут. И когда я это слышу, я быстро убегаю. Вот поэтому меня сюда и поставили такого шустрого. Чтоб сам не пропал и других предупредил об опасности. Скажи-ка, а это не он там хлюпает? Дай послушай. Ой, сейчас упаду в обморок. Стой! Доверься мне. Я с ним справлюсь. Давай, жезл. Ну-ну, что-то вроде добычи на моем пути. Маленький. Ну и маленький кусок, вкусный кусок. Если Крока голоден, а я еще не завтракал. И обедать не будешь, да и ужинать больше не придется. Горе мне, горе. Такое еще никто не смел мне говорить. Я сейчас же съем тебя. А как же ты меня съешь, если не откроешь свою огромную пасть? За этим дело не станет. Скажи хорошенечко «а». А. Вот тебе обжора. Ну как? Ура, ура, ура! Ура, бельчанка Микки! Мак-мак! Он меня обманул. Как я теперь буду завтракать? Послушай, Микки, может, пощадить его? Да. Ну, хорошо. Это действительно ужасно, если кто-то не завтракал. Ну, ладно. На этот раз я тебя прощаю. Но обещай, что впредь ты будешь питаться только рыбой. Рыбой и ничем другим. Ты понял? Да, да. Ничем другим. Но обещание надо держать. Я верю в твою честность. Спасибо, спасибо. Сердечно благодарю. А теперь, Бумба, пошли со мной. Этот жезл нам больше не нужен. Пойдем искать, где растет вечно плодоносящее дерево. Стой! Я знаю одного мудреца. Его зовут Апапира Шокотир. Уж ему-то наверняка известно про это дерево. Апапира... А где он живет? Это знает только Коцефант. Прости, кто-кто? Коцефант? Мудрый слон. Тогда в путь к Коцефанту! Вперед! Коцефант любит петь. Только он очень скрытный. Но ты ведь такой ловкий. Ты сумеешь его заставить сказать, где живет мудрец. Тихо! Каким ветром вас занесло сюда? Почему не подойдете ближе? Уж не боитесь ли? О, великий Коцефант! Мы не хотели мешать тебе, пока ты не пропоешь на весь мир свои прекрасные песни и не станцуешь свой изящный танец. О, я вижу, вы воспитанные обезьянки. Я не обезьянка. Как? Я белка. Ну, белка? А они на каких деревьях растут? На таких деревьях, куда слону не достать своим длинным хоботом. Микки. Но-но. Микки. Ну ладно. Микки, он обрушит на нас гору. Успокой, лучше подумай о нашем деле. Послушай, что я скажу. У меня есть идея. Что у тебя есть? Я хочу заранее объяснить мудрецу, в чем разница между белкой и обезьяной. Мы ведь поспорили на 100 бананов, что я белка, а не обезьяна. А как ты ему это объяснишь? Доверься мне. О, великий Коцефант! Сейчас, когда ты так здорово отдохнул, будь добр, скажи нам, скоро ли где закончится наш путь? Там, у подножья горы, есть пещера. Оттуда берет начало ручей. В этой пещере живет мудрец. Ура! Тогда в путь! Пошли скорее, ура! Ура! Слушай, Бумба, в пещере встретимся, ладно? Хорошо, лишь бы все удалось! Как страшно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Не гости ли ко мне пожаловали? Это я его потревожила. Моя борода взъерошилась. Я могу сам себе предсказать. Ко мне будут гости. Принесут ли они добро или зло, там будет видно. Мое предсказание скоро сбудется. Приветствую тебя, великий мудрец! С добром идут к тебе гости! Я слышу, но не вижу тебя. Ты дух, я не сомневаюсь. Да, я дух, к тому же добрый дух. Я хочу сказать тебе, что сюда прибудут трое гостей. Двоих ты знаешь, а третьего нет. Кто же этот незнакомец? Его зовут Бельчонок Микки. Но хорошо запомни, он белка, а не обезьяна. И тоже живет на деревьях. Хвост у белки черный и пушистый. Ну, повтори еще раз, что я должен запомнить. Белка не обезьяна. Хвост у нее черный и пушистый. Как же, как же. Вот я уже записываю то, что ты сказал мне. Все будет так, как я записал. Микки! Я здесь. Иди сюда, тихонько. Приветствую тебя, дружище. Я ждал тебя. Я пришел за разъяснением. Из этих двух обезьянок одна утверждает, что она не обезьянка. Что же она такое? Кто ты такой? Белка. Встаньте перед мудрецом, пусть он посмотрит на вас. Идем. Ну, одна из них самая настоящая обезьяна, а вторая не обезьяна. Это белка. Ее особая примета – пушистый черный хвост. Я проиграл. О, мудрейший из мудрых, я преклоняюсь перед глубиной твоих познаний и хвалю твое чувство справедливости. Но у меня к тебе маленькая просьба. Говори, какая просьба? Есть ли такое дерево, на котором всегда растут плоды? И где найти такое дерево? Ничего нет легче, ничего нет труднее. О, твое чернохвостье. Мой ручей ведет как раз туда. Если ты спустишься по нему, там найдешь водопад. А уже за ним увидишь остров, где растет вечно плодоносящее дерево. Но только учти одно. Лодку делай только из листьев моих кувшинок. Это будет надежный корабль на твоем водном пути. Спасибо, мудрейший из мудрых. Спасибо! 100 бананов, проигранных коцефантом, принадлежат тебе! Это справедливо. Несите бананы и идите с миром. И надо было мне спорить. Другой будет есть 100 бананов. До свидания! Спасибо за добрый совет! Удачи вам в пути! Почему остановились? Где-то мы. Капитан, на горизонте корабль. О, да это же Отмар, знаменитый палеонтолог на своем верблюде. Что? Эй, Отмар! О, кого я вижу? Да это же мои друзья. Томаш, мы меняем курс. Северо-северо-восток, 23 градуса. Понял. Курс севера, северо-восток, 23 градуса. Вот неожиданная радость! Снова вместе со знаменитым палеонтологом. С тех пор, как мы расстались, я даже забыл, что такое орешки и шоколад. Мои любимые орешки. Орешки? Какие пустяки? У меня их много, ешь сколько хочешь. Держи. Ой, спасибо. А вы не нашли безрогого носорога? Нет, и вряд ли найду. Индрикотери жил 30 миллионов лет назад. А вечно плодоносящее дерево? Ты уже знаешь, где его искать? Кажется, возможно, надеюсь. Великий мудрец Апапирус Шокотир сказал, что надо спуститься по этой реке, там есть водопад. А за водопадом находится... Водопад? А знаешь ли ты, мой юный друг, что это такое? Ну, это что-то мокрое, это точно, и падает сверху, как дождь. Дождь. Это
это бы еще ничего. Там другое. Это целое низвержение. Нет, нет, нет. От этого я должен тебя отговорить. Ну, а твой корабль, он не выдержит такой дороги. Тогда что же вы предлагаете? Нет, не то. Сударь, вы не это ищете. О, да-да-да-да. Ага, да, ну мы посмотрим, о чем говорит карта. Ну, конечно. Что, конечно? Через пещеру поющих драконов. Это единственный путь, который огибает водопад. Ха! Молодец, Отмар! Ура! Мы спасены! Приготовиться к буксированию! Курс северо-северо-восток. 23 градуса. О буксировании речи не было. Слушай, Бомба, ведь это она. Пещера как пещера. А может, не та? Карта не ошибается. Это она. Ну, ну пошли, пошли. Давайте, давайте заходите. Нет. Томаш, сейчас у самой цели бросить нашу экспедицию. Сейчас, когда меня, быть может, ждет великое открытие. Сударь, я даже не мых драконов не люблю, а поющих. Что делать? С Томашем невозможно спорить. Я пересяду к вам, если позволите. Конечно, можно отправляться. Какая красота! Если здесь живут драконы, то где же живут феи? Чудесно. Но здесь кроется что-то таинственное. Главное, осторожность. По-моему, не стоит волноваться. Ой! Кто это? Это дракон! Это лягушка. Я дракон Омар, а это мое потомство. Дракон Мирлок, дракон Мертил, дракон Арвин, дракон Вирчил, дракон Эжеп, дракон Рофус, дракон Эдмунд, дракон Лотус, дракон Ленки Крышенска, дракон Тима, дракон Лех. Дракон – это наш артистический псевдоним. Прошу покорно. Сколько прекрасных драконов. Это же лягушки. Да, конечно, сколько прекрасных лягушек. Только нигде не вижу доисторических рептилий. Мы целая семья драконов. Большой хор. Здесь отличная акустика. Дело в том, что мы поем, чтобы нам не было скучно. Еще никто никогда не видел нашего выступления, хотя за пределами пещеры идет слава о поющих драконах. Так что прошу внимания, вашу честь, мы с почтением исполним одну из наших песен. Я слышал, однажды было жалкое хрипение по сравнению с этим. Если позволите спросить, в этой пещере не сохранилось какое-нибудь древнейшее животное? Нет, не сохранилось. Не сохранилось. А к вечно плодоносящему дереву, к нему как проехать? Куда течет вода? Туда? В такую темень? У-у-у. Нет, тогда я лучше попрощаюсь. Я думаю, я тоже. А мой Томаш, как он будет там без меня? Печально, печально, ведь мы так сдружились. Но я не могу вернуться. Доброго пути вам, и тебе тоже, Бумба. Желаю удачи. Этот корабль ваш, а я и с зонтиком выберусь отсюда. Доброго пути. До свидания. До свидания. Не хватало. Что это? Лодка? Фу, да это же остров. Ой, неужели бегемот? Скажите, пожалуйста, а вы изволите быть бегемотом? Не изволю. Я и есть бегемот. Бегемот Хуга. Я был бы очень доволен, если бы ты почесал мне спину. Я почешу. Такую шершавую спину мне не приходилось еще никогда чесать. Ну как, хорошо? Первоклассно, чудесно, неповторимо. То-то. Это блаженство.
Еще одно такое чесание, и я побью мировой рекорд. И что-что? Ну, мировой рекорд пребывания под водой. Я уже дошел до 9 минут, но это еще маловато. Засекай время. Простите, пожалуйста, а нельзя ли вместо ныряния потренироваться в плавании на дальнюю дистанцию? На дальнюю дистанцию? В этом что-то есть. Конечно, еще бы. Я спешу на остров вечно плодоносящего дерева. Если бы вы отвезли меня. Ну и хитрец же ты. Но потом меня не обвиняй, если ты разочаруешься в этом острове. Разочароваться? А. Там, где вечно растут орехи и орешки? Никогда! Ну, наконец-то я здесь. Под сенью вечно плодоносящего дерева. Ой, что такое? Еще? Еще! Ух ты, какие чудесные плоды! И правда, скатерть самобранка. А сколько вкусного на ней! Ой, попробуем? А? Это другое? Все съем! Ой, как вкусно! Пододвинь пирожное. Не пододвину, я устал. Больше всех устал я. Так далеко упала. Ох, они очень далеко падают. Эй, кто вы такие? Мы скоро пропадем с голоду. Под вечно плодоносящим деревом? Да, потому что мы очень устали. Слишком далеко падает еда. Нам приходится тянуться за ней. Ох. Не верю своим ушам. Вам даже это лень делать. Ну и ладно, а я все-таки тоже наемся. Ой, нет, с меня хватит. Слишком сладкое. Или даже не знаю что. Эй, вы, лентяи! Пошли подвигаемся немножко. Что? Зачем? Давайте влезем на дерево. Ты раздражаешь меня, пришелец. Что нам делать на дереве? Еда сама упадет к нам. Вот видишь. Ну так вы только толстеете и глупеете. Пошли двигаться, играть. Зачем? Это утомительно. Двигайтесь, прыгайте, играйте. Это утомительно. Как вам не стыдно? Утомительно. Все, с меня хватит. Значит, только для того и существует это дерево, чтобы из нормальной белочки получился глупый ленивый толстяк? Ну уж нет. Лучше я буду целый день прыгать по деревьям за орешками. Прощай, вечно плодоносящее дерево. Мне такого не нужно. Утомительно. Это все еще не мировой рекорд. А ты чего скалишь зубы? С тех пор, как я высадил тебя здесь, я тренируюсь. А ты, конечно, только брюхо себе набивал под вечно плодоносящим деревом. Что, так быстро надоело? Вечно плодоносящее дерево. Я в нем разочаровался. Как? Дома я это не так себе представлял. Ну, не вешай голову, прыгай. Держись крепче. Поплыли. Путь, курс домой. Прибыли пассажиры. Чего сидишь? Как тебе понравился мой финиш? Прекрасный, первоклассный. С таким финишем можно уже побеждать и в финале. Побеждать и в финале. А я буду смотреть на тебя по телевидению и кричать. Хуго, давай, 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 Хуго! Хуго, давай. Не буду зря терять время. Буду... Кого видят мои ученые глаза? Ведь это бельчонок Микки. Это великий день, друзья мои. Вернулся Микки. Погружаться и в путь. Курс – далекое будущее. Если нет безрогого носорога, то куда нам идти? И вода у нас кончается. И ящик с орехами пустой. Ни воды, ни орехов? Это уже серьезно. Да, так мы можем погибнуть в этой ужасной пустыне. Погибнуть? Ну уж нет. Я должен поскорее добраться до дому и рассказать всем, что такое вечно плодоносящее дерево. Расскажи нам! Нет воды! К чему же сказки? Верно, Томаш! Будем крутить поклажу.
Зонтик тоже берем? А вдруг дождь? Дождя в пустыне не бывает. Ну, зонтик это не груз, верно, Томас? Конечно, не сам везешь. Ходил я по долинам и по рекам вдоль и поперек. Но больше приключений мне не нужно. Я давно хочу домой, где ждет меня каждый кустик. Посмотрите вниз! Что это? Бык? Был когда-то? Сенсация! Мировая сенсация! Это буйтерий! Это череп прадедушки буйволов! Ух ты! Томаш, мы прибыли. Начать высадку экспедиции с корабля пустыни. Приготовиться к посадке на морской корабль. Томаш, я должен сказать тебе что-то. Мы не слушаем! Ага. Что если сейчас, после многотрудного пути, ты пойдешь в верблюжий сервис, чтобы тебя немного привели в порядок? Ты заслужил это. Ведь наши старания не были напрасными. Мы обрели такой трофей, какого редко видел ученый мир. Ура! Ой! А не мог бы я отправиться с вами на корабле? Нет, нет. Корабль пустыни на борту морского корабля. А что скажут другие верблюды? Это правда. Иду в сервис. До свидания. До свидания. Вы подождите здесь, а я тем временем куплю билеты на корабль. 3 каюты первого класса с окнами на юг, чтобы видно было море. Ой, куда же подевался мой кошелек? Святое небо пустыни. Уж не потерял ли я его? Что с нами будет? Ни денег, ни билетов на корабль. Хоть возвращайся назад в пустыню. Ну уж нет, мы поедем зайцами. Это самый лучший выход, а? Я зайцем? Ученый с мировым именем? Нет, нет, об этом не может быть и речи. Что? Из известных семей шестолазов. Пойдем посмотрим. Здесь перед каждой из вас будет с ним состязаться. Первую попытку приглашаю на арену. Смелее? Может быть, тот симпатичный молодой человек? Ну, посмотрим, посмотрим. Морской волк вступает в борьбу с сухопутным шестолазом. Внимание, приготовились, старт! Вы сами убедились, кто из них более ловок и более смел. Хотите вторую попытку? А, претендент отказывается. Победил чемпион шестолаз. Кто еще хочет попытать счастье и получить 1000 денежек? Пожалуй, я попробую. Внимание, приготовились, старт! Чертенок, он перехитрил меня. Достопочтеннейшая публика, произошло чудо. Каждый из вас видел сам, что в нашем цирке все без обмана. Да здравствует чернохвостый незнакомец. Бельчонок Микки. Бельчонка Микки, мы просим стать членом труппы нашего цирка. Да здравствует наш новый чемпион шестолаз. Вручаю тебе медаль. А 1000 денежек? Получи. Спасибо. Я отказываюсь от звания чемпиона в пользу своего друга Бомбы. Он лазит по шесту даже быстрее меня. Проверьте и сами убедитесь в этом. Ты это серьезно? Ну, сейчас будет видно, что он умеет. Сделаешь попытку. Если это обязательно. Правда? О, мне немножко хочется спать. Но пока я оденусь, я уже окажусь наверху. Я пошел. Такого я еще не видел. Достопочтенная публика, представляю вам... Бомба! Бумба! Лучший аттракцион нашего цирка! Прошу любить и жаловать! Перед Бумбой открылся путь к мировому успеху. А мы поскорее домой. Да. Здравствуй, бельчонок Микки. Тебя каким ветром занесло сюда? Я думал, мы уже никогда не встретимся. Ты нашел это, как его, вечно плодоносящее дерево? Уж кто-кто, а я нашел его. Оно тебе понравилось? Понравилось. Прекрасная вещь, ничего не скажешь.
но все же оно не стоит нашего орехового дерева. И даже кустика с орешками. Оно нравилось мне, пока я не узнал, что это домой. Это правильное решение. Ты объехал весь мир. Это то. Опять надвигается. Теперь и носит мне. Ой, это ужасно. Заболел. Я должен сказать вам. Ой. Можно сказать? Ну, говори, говори. Я не боюсь. Я вижу. Ой, только мне очень хочется поскорее домой. Не отвезти тебя? О, нет, нет, как же я могу просить о такой любезности? Я только это... Я только подумал, что если вы все равно держите путь в ту сторону. А, значит, я тоже держу путь в ту сторону. Прекрасно. Хорошо, что ты вовремя напомнил мне об этом. А где же твой дом? Беличий лес, беличий лес. Никогда не слыхал о таком. Ой, ну как же вы не слышали? Там, где кончаются другие леса, там начинается беличий лес. Я уже догадываюсь, где это. Северо-запад, юго-восток, градусы широты обычные, долготы чуть больше. Ты родился под счастливой звездой, бельчонок. Ой, знаю, дядя Рокуш то же самое говорил. Циклон идет как раз в ту сторону. Если мы оседлаем его, быстро доберемся до края леса. И садись ко мне на спину. Иду. До свидания, Отмар. Лечу домой. Счастливого пути, бельчонок Микки. До свидания. Тогда идем на посадку. Я дома! О, у тебя хороший парашют. Спасибо за помощь! Счастливого пути! До свидания, бельчонок! Попутного ветра! Тебе тоже! Будьте здоровы, дядя Сойка! Добрый день, я здесь. О, бельчонок Микки, так ты летать умеешь? Я много чего умею и знаю. Даже знаю, что вы были неправы. А это откуда ты взял? Разве я говорила что-нибудь? Факт, что говорили. О вечно плодоносящем дереве. Вы так его хвалили? Ну и что? Обман все это. А если не верите, слетайте туда, посмотрите своими глазами. Ладно, ладно. Говорила, что слышала. Ну ты поторопись, тебя ждут, не дождутся дома. Нет, нет. Сейчас я пойду не домой. Сейчас я пойду в школу. Подожди, я тоже пойду. Вернулся бельчонок Микки. Наш путешественник вернулся. Ошеломляющая новость. Прибыл бельчонок Микки. Макки, что ты делаешь? Макки съел учебный материал. Кажется, я уже слышала об этом однажды. Все съел? Все, до последнего орешка. Ему не поздоровится. А вот и учитель. Как тебе не стыдно? До сих пор ты был хорошим учеником, а теперь подаешь плохой пример. Съедаешь учебный материал. У кого ты этому научился? У бельчонка Микки. Он пример для меня. Я вижу, ты даже хвост покрасил, чтобы во всем быть таким, как этот озорник-прогульщик. Нет, нет! Опа! Микки! Я не прогульщик, это было раньше, теперь все будет иначе. Микки, Микки вернулся! Братишка, так ты уже... Тихо, тихо! Все по порядку. Послушаем, что скажет наш друг-проказник. Отчего он так сильно изменился? Вот уж правда, рассказать можно много. Я увидела удивительные вещи, но об этом потом. А пока скажу, что я был и там, и сям, побывал во многих переплетах. Все, что я увидел, чему научился, в 100 ореховых скорлупах не уместилось бы. Но знаете, даже плоды вечно плодоносящего дерева не вкуснее орехов и орешков своей родины. Это была прекрасная речь, мой мальчик. От всей души одобряю. Спасибо. А теперь мне пора домой. Меня ждут. Спасибо, Микки. Ты можешь уехать далеко-далеко, в удивительные края. Но знай, что там скоро все тебе надоест. И ты поспешишь вернуться домой, как это сделал бельчонок Микки.
Давай же петь и танцевать под веселую музыку. Внимание! Сейчас вылетит птичка.